Самое большее, наверное, оленей я видел 2 или 3 тысячи. Издалека наблюдаешь, это как черная туча какая-то движется. Очень интересно даже. В принципе, живности очень много. Приехал в Тюмень, они мне говорят, ну ты, может, все-таки отучишься, просто профессию получишь, а в дальнейшем может как-то у тебя сложиться так, что ты будешь работать в транснефти. Ну, я, в общем-то, согласился и отучился буквально месяц, мне предложили уже целевой набор, то есть уже от компании. Ну, я сразу согласился, недолго думал, теперь так и работаю. Я хочу здесь работать, мне это нравится, очень интересно. Для них, наверное, 30 градусов – это мороз. Для меня это нормальная погода. То есть в такую погоду можно работать. Вот в августе было северное сияние. Очень даже, кстати, сильно так сверкало.